Купил мужик на ярмарке двух гусей, ведро, наковальню, а по пути кур по дешевке прихватил. Идет домой, а навстречу ему женщина. Мужчина, а не подскажете, как до деревни-то дойти? О, легко и просто! Пойдемте за мной, но только через лес, так дорога ближе. Ой, знаю я вас, мужиков, сейчас в лесочек-то зайдем, так и прижмешь меня к дереву. Ну что вы, женщина, посмотрите, какое у меня хозяйство-то в руках, как я смогу? Ох, легко и просто, гусей накроешь ведром, сверху наковальню поставишь. Ну, а кур-то я куда дену? Ну, хорошо, куры я могу подержать. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.